Все процедуры и манипуляции, которые проводятся при восстановлении зубов винирами, они совершенно безболезненные, поскольку у нас все препарирование зубов ведется в пределах эмали. А эмаль, она не имеет нервных окончаний, это по сути дела мертвая ткань. Поэтому совершенно все происходит безболезненно. От инфильтрационной анестезии не требуется никаких специальных методов обезболивания и так далее.